начале пути разобралась в концепции здоровья нутриента, но рост пришел после осознания, что работа в найме – это пройденный этап жизни. Сейчас развивает сеть «Внимание» в 25 странах, в структуре 10 мастеров в разных рангах и 6 бонусов, привилегий. Встречайте, друзья, дабл-серебряный мастер Светлана Булычева! Добрый день всем лидерам. Вы знаете, вы очень удивительные люди. Я езжу от мероприятия к мероприятию, и я вижу, как меняется энергетика. Я вижу, насколько меняется осознанность людей. И вот сейчас такая тема, которая будет очень важна как для начинающих, так и для тех, кто застрял в своих рангах. Я очень рада, что сюда приехали именно за знаниями. Я очень рада, что приехали не просто за знаниями, а получив определенный ключик, понимая, что применив его в действие, у вас точно изменится вся жизнь. И точно вы найдете тот короткий путь к своему большому бизнесу. И мне хочется передать вам именно свой прожитый опыт. И благодаря этому опыту я хочу, чтобы вы прям его взяли и сократили свой длинный путь роста своих лидерских именно рангов. Я в начале своего пути изучила продукт, как многие. Я хочу стать экспертным, поэтому мне недостаточно знаний, и я буду проходить огромное количество обучений. И только когда я стану экспертом, тогда я смогу делиться этим, и тогда я буду расти. Так вот, на своем примере я вам хочу сказать, что, окунувшись в тему здоровья, да, я стала профессионалом. Я веду действительно огромное количество людей, мы приходим к колоссальным просто результатам. И знаете, был пик той ситуации, когда я вроде бы пыталась что-то сделать, то, что мне даст точку роста. Я вроде делала действия, я ходила на мероприятия, я вроде слушала наставников, но я не росла. И пока в один определенный момент не случилась такая ситуация. Было какое-то событие у нас в Хабаровске, мы его чудно провели, и эпогея моих изменений, моего мышления, как раз стал комплимент. Один из комплиментов был такой: вау, мы дождались, наконец-то у нас в Хабаровске появилась вторая Ольга Бутакова. Вы знаете, кто-то бы обрадовался этому комплименту, я же тогда сказала: вау. В бизнесе, что важно, уникальных людей найдете единицы. Вас дублицировать мега умных нереально. Ваша задача стать максимально простым и понятным для огромного количества людей. Вот это и стало моим ключевым изменением. И тогда я стала разбирать концепцию здоровья через ту ситуацию, донесение информации абсолютно простым языком. Так что понял 6-летний ребенок, вот что важно. Наш бизнес очень простой, упростите задачу. И Карина стояла на сцене, когда ее спрашивали, как ты строишь, как у тебя люди растут. Просто, вы вот это купите. Не надо тут быть мега знания, да, получать. У нас за это уже все сделали абсолютно. Все наша команда компании, возьмите и сделайте просто. И давайте вот сейчас возьмем, что ключевое будет в поиске партнеров. Разберемся, какие же важные шаги. Партнер – это кто это? Кто
с вами пройдет тот путь, это командная игра бизнес. Вот какими качествами будет наделен партнер, таких вы ищете. И мне прилетела одна очень классная ситуация, когда я готовилась к этой теме, мои лидеры отмочили. Они говорят: Света, мы решили строить бизнес, и сейчас будем строить прям реально, ну вот прям ищем лидеров и строим мастерскую ветку. Я говорю: круто, где ищем? И тут прям удивительный такой ответ. Так вот, нам нужна твоя помощь, потому что мы зашли в чат алкоголиков. Я думаю, девчонки жгут, но это классно. Я прям очень благодарна за то, что приходят такие возможности разобрать эту ситуацию. Понимаете, это важно. Кого вы ищете? Чем, каким характером должен быть наделен у вас ваш именно партнер? В алкоголике, но это правда надежный ваш лидер? Это правда теми качествами он будет обладать, с которыми вы будете четко строить успешный ваш бизнес? Я думаю, что нет. То есть вы должны понимать, кого вы ищете. Ведь наш бизнес – это командная игра, команда. И какая у вас будет команда, вот таких вы ищете, не наоборот. Когда вы ищете там определенных каких-то личностей, знаете, еще у нас есть такая фишка, мы наделяем какими-то определенными качествами человека, который не оправдывает, в принципе, наши надежды, и говорим нашему наставнику: все, наконец я нашел ключевого партнера. Так вот, сначала разберитесь, а точно ли совпадают ваши ценности, а точно ли вы идете в том направлении, или же нет, вы возложили на него какой-то определенный груз тех, как бы, качеств, которыми он в реальности не обладает. Плюс партнер – это должен быть тот, который взял, сделал через действие, не через имитацию бурной деятельности. То есть вы проявляете как раз партнера через сделанные действия. Важно, опять же, понимать статистику, где искать. Вот сейчас было в выступлениях много сказано. Через потребителя, который получил результат. Да, это классно. И мы знаем, что через это можно действительно включить человека в бизнес. Через окупаемость продукта. Но мы опять же понимаем, как быстро найти ключевых партнеров. Это искать тех, как раз у которых задача изменить свою жизнь кардинально. Те, кто не согласен с тем, как он живет. Те, кто хочет уйти с работы по найму. Те, кто не видит точки роста. Те, кто не может дойти до своей мечты, занимаясь тем делом, которым он занимается. Вот что важно. Через точку боли. Когда через точку боли мы решали этот вопрос, то, соответственно, это пришли такие лидеры у меня, как Ольга Поменчук. А с ней Карина Поменчук, да, через точку боли. У Карины тема здоровья, и мы ее завели через эту тему. А Ольгу хотела как раз-таки Ирина Середкина. Она говорит: Света, Господи, ну я ее так хочу в бизнес, она мне так нравится. Как только к ней не заходила, не могу. Я говорю: ищем точку боли. Точка боли была дочь. Но у Ольги еще одна была точка боли в 2020 году. Это человек, который имел 5 своих клубов спортивных. И когда случился локдаун, у нее закрыты были эти клубы, она осталась без дохода, но с оплатой аренды 1 000 000 в месяц. Как вам такая ситуация? Человеку нужны были деньги для того, чтобы жить. Человеку нужны были деньги для того, чтобы ее дочь стала здоровой. И она включилась в эту тему через события. Найдите через что. Мое ключевое было уйти с работы по найму. Я хотела быть свободной. Настолько, что это жгло пятки. И таких огромное количество нереализованных в принципе людей. Международный бизнес. Это открытая платформа для тех, кто на сегодня просто занимается переселением. Да? То есть у нас настолько идет массовое передвижение людей из-за ситуации экономических, из-за политических. Люди не могут найти именно финансовую свою опору. Дайте им этот выход. Тема здоровья актуальна вообще в этом мире. Дайте им эту возможность просто взять. И через, опять же, тему здоровья, да, заведите их сюда на тему бизнеса. То есть это прям важно. И важно делать анализ. Сделал действие, приди к наставнику. Это важно обсудить. Человек на начальном этапе, он имеет
плоское видение своих действий. Абсолютно плоское. Берем ту же самую ситуацию, где ищем лидера в чате с алкоголиками. И мы тогда стали разбирать. Я говорю, окей, классная затея. Давайте разберем, что вы хотите в итоге получить через то, что зайдем в чат здоровья. Да, я могу там провести эфиры, да, у меня знаний это достаточно. Вы что хотите получить через эти действия? То есть включить людей в снятие интоксикации, продвижение продукта, подключить их на концепцию здоровья, все. Но не получите вы там тот выхлоп, упашитесь, а результат будет нулевой. И тогда классный ответ был, говорит, ты знаешь, а мы об этом не подумали. То есть поймите, у наставника совершенно другое видение. У него объемное мышление, и он вам точно может сказать, какие ваши действия реально вас приведут к определенным результатам, а какие просто бестолковые. Вот важно прям это понять. И здесь, опять же, осознанность. Знаете, мне еще понравилось в одних из наших тренингов, которые мы проводили на очередной дальневосточной волне, и там была сказана классная фраза «фокусятор». Да? Так вот, наставник является тем фокусятором, который держит фокус на ваших результатах. Поэтому, когда вы обращаетесь к наставнику, важно опять понять. Не из разряда «я умный, а он дурак». Вы, когда общаетесь с наставником, включайте свою осознанность и переходите в позицию ученика, независимо от того, какой опыт вы в жизни уже имели перед тем, как сюда прийти. Это важно. Когда вы в позиции ученика, тогда вы больше берете информации, применяя ее, тут же вы получаете совершенно другого качества результаты. Это прям очень важно. Будьте всегда с наставником на одной волне. Будьте всегда с ним именно в том ракурсе. Я делаю действия, я делаю анализ. И если мои действия не приводят меня к конкретному результату, как мои тоже спрашивают, а какой результат должен быть? Я говорю, если в кармане не зазвенело, результат нулевой. Разбираемся, где косячек, и идем дальше. То есть это важно, опять же, понимать. И, опять же, там, где мы работаем, там, где проводим встречи, там и результат. Просто лежа на диване с мечтами о будущем, ничего не произойдет. То есть важно через действие. И через действие вы получаете определенный опыт. И я рекомендую вообще по всем категориям пройтись взаимодействие именно в предложении бизнеса, в предложении здоровья, получая вот этот уникальный навык, но работая своей сильной стороной, это даст вам возможность, когда придут люди с другим совершенным мышлением, пониманием, уже переложить ваш полученный опыт на их сильную сторону, и это закрутит маховик с еще большей скоростью. Понимаете, вот это очень важно. То есть вы пробуете все через наставника, работаете, находите свою сильную сторону, работаете сильной стороной. То есть я не работаю в соцсетях, но сильная сторона у Карины, она работает в соцсетях. Понимаете? Но я знаю, как работать в соцсетях. И я огромное количество эфиров провожу со своими людьми на их страницах, раскручивая именно так их. Точно так же у меня выросла Карина, точно так же выросла Ольга Поменчука, огромное количество моих лидеров. То есть это прям важно, да, работаем сильной стороной, ищем ее и через наставника. У вас на начальном пути не всегда есть такая возможность, к огромному сожалению, это увидеть. У наставника уже другой взгляд на эту жизнь и другой абсолютно опыт. И еще важно понять, что энергия нам как раз на реализацию дается только, когда есть мечта. Вот когда мечта реально жжет пятки, вот поверьте мне, придут все абсолютно возможности для ее реализации. Никогда по-другому. То есть это важно. Найдите ключевое, ради чего вы это делаете. И если ваши действия не привели к результату, возвращаемся к первому, да, пункт 1. Мечта, цель, действие. И вот я хочу, чтобы вы нашли свой самый короткий, удивительный путь роста огромного количества ваших лидеров.
очень любимый мастер Светлана Бурова.